Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. И сегодня я хотел бы вам показать данный корм от компании Prime. Замороженный корм для аквариумных рыб. Креветка беспанцирная. Честно скажу, впервые взял этот корм. Никогда еще не смотрел, как его даже не пробовал кормить этим кормом своих рыбок. Но мне его порекомендовали, и я хочу вместе с вами попробовать покормить наших рыб этим кормом. Что это такое, как они его будут есть, я абсолютно не знаю. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Как видите, в блистер разделен на очень много-много-много маленьких кубиков. Это о чем говорит? В первую очередь о том, что он подходит для мелких рыб. Скорее всего, он не крупный. Помимо этого, маленькие квадратики, маленькие отсеки говорят о том, что данный корм больше, конечно же, предназначен для небольших аквариумов. 50-60 литров. Нет больших, больших таких вот кубиков, да, которые, вот, например, как мы смотрели недавно, видео у нас было посвящено мотыль крупный. Там большие отсеки были, в два раза больше, чем вот эти. На внешне выглядит очень даже привлекательно. Не такой, конечно, красный, как мотыль. Но все же надо пробовать и смотреть, как его будут поедать наши рыбки. Что говорит о составе производителя? Состав следующий. Креветок 60%, воды 40%. Ну, понятное дело, мы все организмы живые, состоим из воды. Креветки, они тоже живые организмы, они тоже состоят из воды. Плюс сама заморозка. Да, вот вам и 40% воды. А также, помимо креветок и воды, говорит о том, что белков здесь 5%, жиров 0,7%, клетчатки 1% и влажность 90%. Изготовитель. Все очень просто. Самый популярный изготовитель – Китай. Но на самом деле меня это не пугает. Сейчас практически все делается в Китае. Мобильные телефоны делаются практически все в Китае. Видеокамеры или микросхемы, даже если их собирают в других странах, все микросхемы все равно в большинстве своем делаются в Китае. Поэтому меня не пугает то, что данный корм сделан в Китае. Этот данный корм, опять же, как пишет производитель, производится из высококачественного природного сырья. Современная технология обеззараживания и шоковая заморозка позволяют сохранить все полезные свойства живых кормов при длительном сроке хранения. Замороженные корма проходят, данные корма подходят для всех типов аквариумных рыб. Ну и небольшие рекомендации по кормлению от этого производителя, немножко нестандартные, чем пишет о том, что рыбу следует кормить в одно и то же время через час после включения освещения в аквариуме. Я, например, свою рыбку кормлю наоборот, перед тем, как свет выключить. Ну и, конечно же, небольшие еще рекомендации. Кормить нужно небольшими порциями, желательно 2 раза в день, в количестве, которое рыбки смогут съесть в течение нескольких минут. Ни в коем случае корм не должен оставаться на час, на 2, вода начнет портиться и мутнеть. Ну и самое важное, рыбку, конечно же, не перекормить. Ну что, пойдемте смотреть. Я сам не знаю, как это будут есть наши рыбки. Пойдемте смотреть, что сейчас будет происходить.
Ну что, дорогие друзья, вы все видели сами, своими глазами, я от вас ничего не скрываю. Данный корм, в принципе, неплохо поедался нашими рыбками. Не могу сказать то, что они на него налетелись и ели его с большим удовольствием. Возможно, потому что этот корм они попробовали в первый раз. И, как вы могли тоже заметить, данный корм не подойдет для крупной рыбы, он достаточно мелкий. То есть только для мелкой рыбы, либо не крупной рыбки. Очень хорошо, если у вас будут сомики и улитки, потому что много частей от этого кубика льда оставалось и падало на дно. Если подъедать будет некому, вода будет портиться. Поэтому с этим надо быть осторожным и внимательным. На этом видео подошло к концу. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте палец вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.